Всем здорово, пацаны, вы на канале EF4. Итак, это уже второй выпуск рисования хоккейной команды. На пайнте, па-па-па-па-па-пайнте. Погнали. Сегодня я что-то выбрал команду автомобилист. Вы, наверное, знаете. Вот сейчас я вам покажу ее эмблемку. Вот. Вот такая эмблемочка. Думаю, сможем повторить. Напомню, мы пока начинаем с легеньких эмблем. Потом вы, конечно же, пишите в комментах. Пишите, что там, что можно какую команду можно, какие знаете. Можно даже НХЛовскую команду. Поэтому мы сейчас погоним и посмотрим. Набросочек первый. Это нам нужно сделать вот эти окоемочки для руля. Вот. Немножко не так получилось. Так, давайте вот так теперь. Да. Да-да-да-да-да. Так, берем ту же каллиграфическую кисть и просто вот так две вот эти полосочки рисуем, вот одинаковые вроде как. Напомню, у меня есть еще три канала, оставлю ссылочку, точнее название в описании. Блин, как же так не получилось? Сейчас столкну еще телефон. Но напомню, вы сейчас не судите этот слепок, так как это еще я пытаюсь сделать что-то годное из вот этой штучки. Потом мы, конечно же, будем в приближенном формате все лучше делать. Вот эта А-буковка их фирменная, она практически вроде бы всегда была на их форме, буковка А. Кстати, у автомобилистов, по-моему, самая стабильная эмблема. У них не было никаких ни альтернативных, никаких у них не было. Но пока рисую, сейчас внесу поправочку. Вот мне нужно набрать здесь 5 подписчиков. 5. До конца этого года я должен еще набрать на том нашем канале, вы наверняка знаете, канал Жолоб Геймс, канал Лев Плейс. Вот я просто неправильно сказал, у меня Лев Плейс канал. Здесь прям вот так вот притычок рисуем. И такую же штучку мы и дорисовываем на той. Я так до сих пор не пользуюсь вот этой штучкой. Но для съемки экрана. Скоро вы, наверное, возможно, я скоро буду проводить не рисование. Может быть, будут стримы, может быть, будут какие-то игры. Все очень даже не исключено. Так, давайте вот здесь, чтобы у нас все не ушло, мы вот так вот соединим спокойненько. И все, и у нас будет все четенько. Вот так вот. Тут. Помню, хочу порекомендовать каналы моих друзей. Это канал... оп, что-то непредвиденное произошло. Это канал Олег из КС, это канал Кирилл Хай-Хай, это канал и Кот-Кот, это все мои друзья, тоже оставлю их название в описании, конечно же, под видео. И я нашел еще одну штучку, которую мы раньше с вами не замечали.
Нужно здесь подрисовать круг. Это же автомобиль, пацаны. Я так и не догадывался, почему здесь так не кружочно. Видите, у меня пока вот такой неудачный слепочек такой. И дальше мы исправим. Обязательно. Думаю, пока норм получается. Вот я здесь все. Ой, что я там не соединил? Твою ж дивизию. Как это? Ай! Берите ради всего святого. Что-то здесь не так. До свидания, Вася. А уберите вы мне. Я хочу кисти нажать. Кисть. Все. Походу сейчас будет молотило. Ох. Все норм. Но, наверное, сегодня мы сделаем как-нибудь красивенько. И знаете, что сделаем? Этот, какой-нибудь красивый вот этот, ну, как картиночку перед этой эмблемой. И если вам заходит рубрика, пишите об этом в комментах. В комментах пишите. Я просто не знаю, сейчас какие-то новые правила у YouTube. Могут не отключить комменты, но... Если что, я посмотрю обязательно и создам группочку ВКонтакте или в Фейсбуке. Вы туда можете накидывать все свои идеи. Вот такая тем временем эмблемка у меня получается. Теперь время для выравнивания. Ой, вот здесь прям вообще ужасно выглядит. Но вот сейчас мы это должны все исправить. Берем, конечно же, кисточку. Это графическая кисть, я же говорил. Вот, теперь исправляем красный цвет. Здесь нам надо вот эти все белые промежуточки. Если не видите, вон там я ложу с краешку. И в следующем видео, наверное, я уже что-нибудь придумаю, конечно. Пилить я буду ролики нормально так. И напомню, что на тех моих каналах приостановилось то, что я видео не загружаю. Почему? Потому что у меня там большая ошибка с телефоном, и что-то я не могу теперь на вот игровой канал Желоб Геймс выставлять видосики. А что по поводу тех, мне пока вообще нормально. По поводу Лев Челлендж я еще не знаю, но, наверное, видос будет скоро. Скоро уже будет видос, скорее всего. Что-нибудь снимем с нами, с моими друзьями, напомню, это друзья. Олег СКС, все по-английски. Кирилл Хай-Хай, это первая строчка без обложки на канале, с буквы К маленькой. И это Рома и Кот по-английски тоже. Все я рекомендую. Классные каналы. Я сам писан. Короче, норм. Просто надо же что-нибудь сказать. Вот. Вот. И первую сторону руля мы, в принципе, исправили. Вот. И дальше идет классная штучка. Вот. Оп. Что я сейчас делаю? Как в том видео я говорил, почему-то вот Paint так у меня заливку багает, что у меня вот эти белые полосочки, видите, наверное, вот что вот эти за белые полосочки, я не знаю, поэтому вот сейчас мы их исправляем. И дальше будет, мне кажется, покрасивее, ведем свои коррективы. И будет все норм. Ах. Так. Это видео долгое, потому что мне надо сейчас вот это все замазывать. Кто вот смотрите. Кто смотрел вообще Кубок Первого канала, наша сборная, относительно так не очень, но я не смотрел матч с финнами. Вот, надеюсь, наши сыграли хорошо.
Если, ну, если канал, ну, канал вообще будет хорошая поддержка, подписчиков будем стабильненько набирать, подписчиков будем классно набирать, то я, наверное, сыграю в хоккейную игру «Хоккей Хистерия», и там мы уже как-нибудь разыграем кубок как раз Первого канала или Карелла, как вам будет угодно. Вот, и... Вот, я вот уже правую сторону руля исправил всю практически. Оп, все. Аллилуйя, друзья. Теперь осталась вот эта ерунда. Кто-то скажет, а ты просто залей, да и все. Нет, здесь так не работает. Это вот какие-то баги. Теперь черный цвет, думаю, с черным будет попроще. Ага. Как я ломался уже. Вон там вот я двигала. Но я же опять повторяю, что ролики будут выходить, надеюсь, стабильно. Если поддержка будет классная, то и видосики будут, ну, практически каждый день. Это все зависит только от вас. Видосики каждый день, наверное, все-таки будут. Если будет классная поддержка. Все. Вот от меня вот такой ответ. От вас будут ответы такие лукасами, конечно же, пальцами вверх. И подписками на канал. Просто надо сейчас вот... Прямо вот в эти моменты поддержать канал и уничтожить эту кнопку подписки или что там, если вы подписаны, лайк, кнопку лайка уничтожить там просто и стыкать ее всю на всех экранах. И вот тем временем у меня получилось как-то так, теперь я исправляю что-то очень плохо. Вот. И теперь немножко затемнил, теперь осталось вот здесь вот, именно вот этот руль. Я здесь ничего не объясняю, потому что вы сами видите, что это не очень так и сложно, но в памяти это выходит очень коряво. Но если вы не хотите заморачиваться, не делайте такой объемный руль, как у меня. Просто я такой еще заморочек. Мне нужно заморочиться так, чтобы вообще. Но это все, чтобы было красиво. По-моему, неплохо получается. Так. Все. Ой! Блин. Ну что за ерунда? Давай, 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 схватись. Все, по-моему, я на финише. Так. Вот смотрите, вот как-то получилось так, и я уменьшаю. Вот, пацаны, вот какая у меня эмблемка получилась. Надеюсь, вы поставите лайк под этим видео. Я стараюсь для вас. Пока!